Всем-всем-всем здравствуйте! Всем партнерам, кто сейчас по ту сторону экрана и кто с нетерпением ждет вебинара в начале месяца от президента и основателя компании APL Go, потому что этот вебинар мы готовили очень долго. Да, прошло больше месяца, как мы последний раз с вами встречались, так вот виртуально, и наш год назван годом неинновейшн, год инноваций. Конечно же, мы будем встречаться с вами все чаще и удивлять мы вас будем в этом году очень-очень сильно. Поэтому, надеюсь, меня видно, слышно хорошо. Пожалуйста, плюсиками, восклицательными знаками покажите себя. Покажите, что меня видно, слышно хорошо, что вы настроены на этот вебинар, потому что ближайшие 45 минут пролетят как один короткий миг, но я уверен, вы будете впечатлены теми результатами, которых компания достигла за предыдущий месяц. Собственно, для этого мы с вами и собираемся. Каждый месяц, в самом начале, как правило, первый понедельник, чтобы подвести итоги прошедшего месяца, чтобы познакомить вас со всеми новостями, промоушенами, ну и, конечно же, рассказать вам, как развивается компания APL Go, какие планы на ближайшие дни, месяцы и даже годы. Да, вижу огромное количество уже присоединившихся к нам. Если кто-то получил ссылку и не знает, куда он сейчас попал, вы попали на вебинар президента компании для дистрибьюторов, для наших партнеров. Поэтому здравствуйте, давайте знакомиться. Я Сергей, и в течение следующих нескольких минут постараюсь вас убедить, что вы попали в правильное место, в правильное время. А самое главное, вы рядом с теми самыми людьми, которые помогут изменить вам вашу жизнь. Да, именно это и произойдет, потому что APL Go – компания новой формации. Я хочу познакомить вас с невероятными возможностями, которые открывает APL Go для партнеров на всех континентах. В огромном количестве стран мы сегодня присутствуем официально и легально, но обо всем по порядку. Давайте посмотрим, как меня видно. Чат работает, показывает, что меня видно, слышно хорошо. Ваши плюсики, сердечки. Добрый вечер, да, друзья, здравствуйте. И, пожалуйста, также отметьте, сколько вместе с вами партнеров и из каких вы городов. Хочется просто подвести некую статистику, сколько же реально сейчас партнеров нас смотрят. Я знаю, что по традиции вебинар смотрят в наших региональных центрах обслуживания. Во многих городах снимают огромные залы, в гостиницах, чтобы на большом экране посмотреть вебинар от президента. Из каких городов и сколько вместе с вами партнеров? Чтобы нам было проще посчитать количество участвующих сегодня на вебинаре. Ну а пока вы пишете, я хочу приступить к своему любимому слайду. Собственно, в одной картинке можно рассказать о всех преимуществах компании APL Go, потому что у нас пазлы сложились идеально. Сегодня на рынке присутствует множество компаний, и каждый день появляются все новые и новые проекты, продуктовые, финансовые, компании, которые предлагают какие-то услуги. Но как не потеряться в огромном просто множестве предложений, как найти настоящий дом, как найти компанию, которой можно и нужно доверять. Ну, конечно, вы уже ее нашли, это компания APL, нам уже 12 лет, пошел 13 год, компания развивается просто колоссально на всех континентах, как я уже говорил, но это все благодаря тому, что у нас есть невероятная, мощная команда руководителей. Я как-то считал, что подвел итог, сколько же опыт наших вице-президентов, руководителей различных департаментов и отделов, их и топ-менеджмент с совокупным опытом в APL более 300 лет. Вы представляете? Да, это колоссально, и каждый раз, открывая новые страны, новые регионы, мы привлекаем профессионалов, которые бы делали огромную просто закулисную работу для каждого партнера. Чтобы вам, нашим дорогим партнерам, не приходилось ни заниматься логистикой, ни юридическими вопросами, ни бухгалтерией, ничем. То есть компания APL Go – это действительно компания новой формации, которая идет на шаг впереди многих проектов, которые сегодня присутствуют, тем более уже, которые присутствуют уже так же, как и мы, более чем 10 лет. Да, мы выделяемся, потому что у нас с вами есть невероятный, просто фантастический продукт.
Если вы еще не присоединились к нам и вам дали ссылку познакомиться с APL через этот вебинар, то, наверное, есть сомнение, что в каждой компании говорят о своем продукте с восхищением, что у них он самый лучший. Но давайте просто сравнивать. Все познается в сравнении. Ведь каждый проект, который выходит на рынок, он предлагает, как правило, одно и то же. Это или если это продукты питания, БАДы какие-то, то это всегда таблетки, капсулы, порошки, ну или на худой конец какие-то там спреи и соки, которые нужно хранить в холодильнике, которые разбиваются, замерзают. В общем, с огромной кучей недостатков и неудобств. Но время в 21 веке очень быстро движется, люди не хотят долго ждать результатов, они хотят все быстро, чтобы здесь и сейчас, именно поэтому APL Go, в стиле Go, да, мы быстро даем результаты, наши продукты невероятно вкусные, а самое главное результативные, и это не копия чего-то, чего уже много-много лет на рынке. Мы единственная компания в мире, у которой есть технология Accumulate Assay. Технология, позволяющая продуктам работать здесь и сейчас. Технология, которая усиливает действия и полезность всех трав, фруктов, растений, которые входят в состав наших удивительных, просто невероятных, фантастических продуктов. И вот уже 12 лет. Мы на рынке. Когда я помню, мы стартовали 12 лет назад, сегодня общаясь с некоторыми лидерами по телефону, мы вспоминали, как вообще все начиналось. Начиналось с 4 продуктов, продукт, в который люди не верили, потому что как какие-то конфеты, на первый взгляд, могут давать результаты, как с этим продуктом можно завоевать мир. Мы с вами это сделали, мы доказали, что наш продукт эффективен, и кто бы что-то ни говорил, мы имеем невероятное множество подтверждений. Это сертификаты, которые необходимы для ввоза в страну, которые говорят о безопасности, о результативности, эффективности. Это все сертификаты качества в разных странах, в том числе и там, где производится продукт. Это независимые экспертизы, халяль, кашрут, ТЮФ, ИСО, то есть множество стандартов, которые подтверждают уникальность наших продуктов. Поэтому вот 12 лет мы на рынке, 12 лет продаем продукты, уже их 18 в линейке, и на этом мы не остановились, также выпустили еще одну линейку, это наша косметическая серия Beauty, которая просто влюбляет себя с первого взгляда, и на тех рынках, где этот продукт уже присутствует, показывает эффективность. Даже в косметологии, когда много компаний, которые предлагают косметику, все познается в сравнении. От упаковки, как я называю это, от первого прикосновения, это как первый взгляд, да, любовь с первого взгляда, до нанесения на себя и ощущения того, что вы впервые порадовали свою кожу чем-то уникальным и невероятным. Вот с такими продуктами мы, собственно, работаем и ставим просто фантастические рекорды. Наши события, мероприятия – это еще один пазл успеха, который отличает APL Go от тысяч других компаний. Я понимаю, что в каждой компании есть какие-то путешествия, поездки, но зайдите на наш канал YouTube, а лучше просто один раз выполните промоушен и отправляйтесь в путешествие вместе с нами. Но если вы еще не были в путешествии, посмотрите просто невероятное количество наших поездок, как они проходят. И вы поймете, что в других компаниях ничего подобного не делают. Да, нас пытаются копировать наши события, которые мы делаем, и каждый год это что-то новое, уникальное, неповторимое. Пытаются другие компании повторить, но ни у кого ничего подобного не получается, потому что мы с Ольгой, с нашим креативным директором, моей супругой, вкладываем всю душу, сердце, любовь к нашим партнерам, именно поэтому наши мероприятия, они такие фантастические. Буквально вот перед вебинаром я увидел еще один одноминутный ролик о том, как мы провели последний круиз. Прежде чем я пройду дальше рассказывать вам о всех преимуществ компании APL, предлагаю просто отвлечься на одну минуту, вспомнить, как в декабре месяце мы вместе с огромным количеством партнеров, а нас было больше 700-800 человек, это просто рекордное количество, как мы провели события, круиз и день рождения компании. Смотрим. Смотрим.
любовь, тысяч партнеров у тебя стоит. Бывают моменты в жизни, когда тебе кажется, что ты уже этого делать не будешь. Все чувства вместе одновременно. It was super fun. Сейчас прям с подвохом вопросы были, да? Я понимаю, что за одну минуту показать все, что было на корабле, те эмоции, которые испытывал каждый участник круиза, невозможно. Поэтому на нашем канале YouTube есть множество роликов. И, кстати, об этом круизе есть даже фильм о фильме, то, что осталось за кадром. Вы видели, наверное, в ролике, как я переворачивался на баге. Там более детально об этом, действительно, сейчас вспомнил, вздрогнул этот момент. Конечно, наши события, они уникальны. Как мы проводим годовщины компании, как мы делаем признание. Этого не делает ни одна другая компания. Поэтому, если вам скучно, приходите в APL. С нами не соскучишься. В этом я вам просто даю голову на отсечение. Возможности. Это еще один пазл нашего успеха, потому что столько, сколько выплачивает план компенсации APL GO, не выплачивает ни один другой. Да, это действительно так, и за 12 лет мы его не меняли, а лишь совершенствовали в лучшую сторону. Делали проще квалификации, давали больше бонусов, так как мы создавали APL GO для людей. Пожалуй, это одна из немногих компаний, созданная сетевиком, дистрибьютором для людей. Потому что когда я был дистрибьютором, компания, в которой я работал, просто поступила неэтично, и ее продали, менялись план компенсации, менялась философия. Я решил уйти из индустрии, наверное, здесь присутствуют подобные лидеры, которые когда-то уже покидали индустрию сетевого маркетинга, но это страсть и любовь. Это как наркотик, она тянет, потому что ты постоянно знакомишься с новыми людьми, ты общаешься, ты видишь, как меняются жизни людей в лучшую сторону. Конечно, это подкупает. И я вернулся, чтобы создать компанию для людей. Компанию, которая бы была настоящим домом для каждого партнера. Именно поэтому план компенсации сделан таким образом, чтобы позволял вам зарабатывать миллионы евро каждый месяц. Поэтому welcome, если вы хотите действительно изменить жизнь и, наконец-таки, по-настоящему зарабатывать. Система. Еще один ключевой фактор нашего успеха. В APL есть четкая пошаговая система. Когда приходит новичок без опыта работы в сетевом маркетинге, мы за ручку проведем его. Что нужно делать в первый день, что нужно делать во второй день, как это нужно делать, самое главное. Потому что многие говорят, что делать, но не показывают как. Система GO, скоростная, трехступенчатая, показывает, как это делать эффективно и привести человека к результату. Поэтому о системе мы поговорим с вами более подробно сегодня. И, конечно, в систему входят это наши системные промоушены, которые помогают достигать максимума, то, что не делают другие компании. Это система поддержки, система обучения, как я сказал. И, конечно, это наши события, которые тоже входят в систему компании. Поэтому вот они, все пять пазлов сложились идеально, образовав золотой грааль индустрии сетевого маркетинга. Ну, как я говорил, в начале месяца мы подводим итоги прошлого месяца. Чем же лично мне запомнился январь 2024 года? Конечно же, это мой день рождения. Это событие, которое мы называем «Золотые люди». Golden People в этом году прошел во Вьетнаме. Невероятная страна. Это было что-то особенное. Как всегда, 30 самых избранных партнеров приехали, чтобы поздравить меня с моим уже 36-летием. И каждый год это новые страны, это всегда увлекательные поездки. И мы, разумеется, провели, как всегда, ужин званых, Black Tie. Мы посетили несколько региональных центров обслуживания во Вьетнаме, это в Хошимине и в Ханое. Это
Я уверен, что лидеры будут рассказывать об этом еще долгие-долгие месяцы, потому что 4- и 5-этажные здания огромные, где полностью все оборудовано под APL для комфорта людей и масштаб. Масштаб действительно впечатлил. Плюс мы посетили события, это уже было второе большое глобальное событие, где признавали лучших из лучших. И на событии было более 600 человек, квалифицированных во Вьетнаме на определенные квалификации, на определенный ранг. О том, как прошла эта поездка, я предлагаю лучше один раз увидеть. Раз вы не были вместе с нами, вам, наверное, интересно, как это было, какие эмоции испытывал каждый участник Golden People. Хотите? Тогда усаживайтесь поудобнее, включите звук погромче и наслаждайтесь. И кусайте себе локти, если вы не были на моем дне рождения. Январь 2024-го. Президент и основатель APL GO Сергей Куликов в Хошимине. А это значит, пришло время праздновать день рождения короля сетевого. Партнеры компании из Вьетнама очень ждали этой встречи и тепло встречают президента. Вьетнам – страна невероятно красивой природы, мегаполисов, хороших дорог, аэропортов, современной архитектуры и дизайна. Golden People 2024. Погнали! 30 избранных лидеров компании размещают в роскошном отеле «Винпёрл Сайгон Сити GV Мариот». С их номеров открывается ошеломительный вид на город. Это шикарная башня. И... Как всегда, впечатляет размахом. Мы только живем на 52-м этаже. Это очень шикарно выглядит, где просто хочется расслабиться и смотреть вот на этот живой город. Гости также успевают насладиться превосходным обслуживанием, саунами, спа и невероятным бассейном. Боже, бассейн на 47-м этаже. Я первый раз купаюсь в таком бассейне. Невероятные чувства, ощущения, восторг. Будьте в команде с нашим президентом. Впереди главный вечер года. Гости уже готовы отправиться в ресторан. Дресс-код события. Черно-белый black tie выбран не случайно. Кресло. Мягкие, такие шикарные, прям королевские. Мы едем на празднование нашего президента. Тематика события. Старый Голливуд. Черно-белое кино. Атмосфера наполняется джазовой музыкой. Ведущий события появляется будто из старой известной киноленты. Я Дафна! В джазе только девушки! Тут не просто антураж, который позволяет тебе чувствовать себя комфортно. Здесь люди, которые не просто достигли, а это люди, у которых можно получить определенный опыт и с которыми можно поделиться своим опытом. А вместе это симбиоз, а вместе это бомба, а вместе это, наверное, новые вершины. А вместе это APL. Это был один из самых шикарных моментов в жизни, который точно запомнится навсегда. Шикарный вечер в духе старого Голливуда, танцы под джаз, шикарное сет-меню, как всегда, невероятный президент, находиться в его окружении – одно удовольствие. Всех вас я особо хочу приветствовать, поблагодарить, что вы решили отпраздновать мой день рождения вместе со мной. Каждый из вас – это частичка нашего общего большого успеха. Я сегодня самый счастливый человек, потому что у меня эта мечта была всей моей жизни. Я пикирик со стажем уже, я 26 лет сетевом, но вот такого ощущения, как здесь, как сегодня, как сейчас, я уже давно не ощущала. Благодаря компании, благодаря этой идее я смогла купить в коттеджном поселке дом. Я до конца буду Сергеем Сергеевичем. Именинник не перестает удивлять. Гости были впечатлены, когда узнали, что их пригласили не просто в роскошный ресторан, а ресторан, который получил мишленовскую звезду в 2023 году. Наших лидеров ждала бесконечная смена изысканных блюд. Вот роскошь, которой достоин каждый лидер APL GO. Мишелин – это имя, которое является синонимом качества и богатства. Поэтому я считаю, что мы избранные из самых лучших, которые находятся на дне рождения Сергея Сергеевича Куликова. Я счастлива. Я
little bit from local, a little bit from everywhere. And so, to be honest with you, this is the first time I joined CEO birthday party. I feel that great. A lot of people, you know, they get emotional, they're very excited. They are celebrating, you know, the birthday of the CEO and in Vietnam. Если сетевик не мечтает стать окружением президента, это уже не сетевик. Потому что с первого дня, когда я подписалась в компанию, я уже знала, что я буду в окружении президента. Это был очень насыщенный вечер. Веселье, тосты, поздравления. Новенькие гости события официально вступили в президентский клуб и получили золотой значок с логотипом СК с бриллиантом в знак личного признания и уважения. Сергею Сергеевичу подарили множество подарков. Но самым трепетным оказался сюрприз от супруги президента Ольги Куликовой. На пороге черно-белом, между нет и да, мы нашлись с тобой. Это же судьба. Ольга отсутствует на этом событии, к сожалению, но она удивила всех гостей, меня в первую очередь, и это прям было очень трогательно, я еле сдерживал эмоции, чувства, слезы просто накатывали, да, ну, я мужчина, я должен держаться, поэтому я как смог сдержался. Рядом мы всегда, у нас еще с тобой дорога длинная. Видела, как у Сергея Сергеевича наворачивались слезы, он не мог сдержаться, не мог говорить. Мы тоже все сидели, ну не то что в шоке, а просто насколько все искренне в нашей компании, насколько искренне отношения между Сергеем Сергеевичем и Ольгой Владимировной, между нашим руководством и партнерами. Настолько все открыто, это невозможно передать. Ничего не бойся, мы с тобой. Сердце успокой, мы всегда с тобой. Искренние слезы партнеров сменяются танцами. Специально для того, чтобы сделать этот вечер максимально атмосферным, на Golden People приезжает друг президента, тренер и судья высшей категории по танцевальному спорту Сергей Фомин, чтобы устроить мастер-классы по свингу и фокстроту. Я вообще очень люблю танцы. Все, что связано с мероприятиями, это круто, потому что это креативно, это развивает наши творческие способности. Мне очень нравится. Для меня такая честь, мастер-класс, показали, как правильно надо двигаться. Я осталась одна без пары, и меня пригласил Сергей Сергеевич Куликов. Ну, он прекрасно движется. Когда пришлось полностью довериться мужу после 33 лет супружеской жизни, это второе такое доверие, просто полное погружение. А еще, конечно, вот носик в тортике, это просто шикарно. Полностью укусить торт, который предназначен Сергею Сергеевичу, как в этих фильмах, да, полностью окунуться в этот торт, это, наверное, красиво. Так заканчивается праздничный ужин, посвященный 36-летию президента компании. Но событие Golden People подарит еще массу приятных воспоминаний участникам. На следующий день лидеры APL GO отправляются на небольшую прогулку по городу. Перекус всегда с нами. А затем и по реке Сайгон в компании с президентом. Хо Чи Мин, говорят, так правильно произносится. Ну, все просто классно. Жизнь продолжается, она прекрасна, и мы прекрасны в этой жизни. Когда еще можно подойти к президенту компании и потрогать его за руку, обменяться с ним какими-то словами и сказать спасибо за то, что есть сейчас в моей жизни, какая жизнь моя сейчас, ну, это очень дорого. Такава енергія плучих тук і обштуване тут за всічки хора, і лідері, і самі президент така вдохновява, мотивира, і я сам готова за тази година. Я вообще в восторге. Какая-то здесь другая жизнь. Участие в закрытом президентском клубе показывает лидерам другую жизнь, так что они открывают новых себя для себя и своих семей. Мои дети в восхищении от мамы. Мама,
ты супер, ты великолепна. Они вначале не верили мне, но теперь уже невестка смотрит на мои чеки и своим подругам говорит, а вот у нас мама занимается сетевым бизнесом, представляете? И вот такое вот у нее путешествие. Сюрпризы от президентской семьи продолжают сыпаться на участников Golden People. Вот для нас сейчас такой был сюрприз. Обычно на день рождения дарят подарки, а сегодня нас одарили подарками. Часы! Для золотых людей! Это эксклюзивно для нас! В честь дня рождения Сергея Сергеевича и нам подарки перепали. Эти участники Golden People – настоящие счастливчики, еще и потому, что они посетили знаменитые РЦО во Вьетнаме. Мы расскажем вам об этих впечатляющих экскурсиях в специальных выпусках. Подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить. Но и это еще не все. Лидеры были приглашены на роскошное событие компании в Ханое. Для этого пришлось совершить небольшой перелет внутри страны, чему особенно были рады амбассадоры компании. Ведь им посчастливилось совершить полет в бизнес-классе вместе с президентом компании. Здесь какая вкусняшка. Это только начало. Я такого еще ни разу не делал, веду прямой репортаж с аэропорта. Буквально только что я приземлился в Ханое вместе с командой своих амбассадоров. Невероятная встреча здесь, в Ханое. Джон Гуен. Со своей командой суперлидеров меня и команду амбассадоров в аэропорту Ханое. Этот день войдет в историю. The Rise of Asia 2. Так называлось событие, организованное Джоном Нгуеном, лидером APL GO из Вьетнама. Это был роскошный форум, в эпицентре которого оказались гости Golden People. Впечатлила вообще вся организация, начиная с фойе, вот эти огромнейшие такие плакаты. И когда заходишь в зал, видео во все экраны. Нас всегда больше всего впечатляет эта команда и признание команды. Наши лидеры были взбудоражены размахом и красотой события, а главное – дружелюбием принимающей стороны. Нам сама по себе страна очень теплая, дружелюбная, как по погоде, так и по отношению людей. They may really love it. They very energy. They feel happy. And then this is really the first step for us to start to build a big team in the year 2024. We are very happy when Mr. Sergei Kurikov come to Vietnam. Very very love APL GO. Không riêng gì tôi và tất cả những thành viên APLO tại Việt Nam đều rất phấn khởi khi ngài chủ tịch Sergei Kulikov. Chắc chắn sau này tôi sẽ đồng hành cùng với lại APLO toàn cầu. Rất hoành tráng và đặc biệt là đang chào đón tất cả các anh chị em đến từ khắp mọi miền trên thế giới quy tụ về Việt Nam hôm nay. Мы, конечно, в шоке от всего увиденного. Все, что сегодня происходило, это, конечно, заставляет задуматься. Мы увидели очень много новых инструментов, которые мы обязательно должны применить в работе со своих командах. Здесь невероятное количество топ-лидеров с рынка Вьетнама, которые удивляют и вдохновляют всех. И наши лидеры, которые приехали праздновать мой день рождения вместе со мной во Вьетнам, убедились в мощи, потенциале этого рынка сами. Потрясающее было мероприятие, но оно стало еще лучше, еще прекрасней, как только наш креативный отдел взял все в свои руки и вышел наш Эргин на сцену, включил музыку, а главное Сергей Фомин сказал, давайте мы станцуем русскую кадриль. Буквально прошло несколько недель, а я снова готов
приглашать наших лучших из лучших лидеров на следующий Golden People. И я знаю точно, что в следующем году вы увидите много новых лиц, и партнеры уже в январе месяце некоторые заявили о своем лидерстве, о настоящем лидерстве. Чем же мне еще запомнился январь 2024 года, так это огромным количеством новых национальных директоров. И я хочу представить вам тех лидеров, кто отличился среди всех остальных. Действительно, январь для региона Дагестан выдался поистине мощным и драйвовым. Я хочу представить вам Рейганат Зубайденову, новый наш национальный директор, участник клуба «Стартим», между прочим. Приветствуем ее, и ваши плюсики, слова «Браво» в ее адрес прямо сейчас будут очень даже уместны. Казимагомед и Нурият Шарапутдиновы. Вот еще наши новые национальные директора из Дагестана. Браво! Восхищаюсь и жду встречи в начале марта с каждым из вас. Омахаир Муртазалиева. Еще один новый национальный директор. Браво! Вы думали, на этом мы остановились? Нет. Тазагюл Самедова. Еще один национальный директор из Дагестана. Впечатляет? Вы уже задаетесь вопросом, как так? Как это возможно? Действительно, я расскажу, как это стало возможно. Но сначала представлю вам Равзат Абдулаеву. Еще один национальный директор. Браво! Вы достойны самых бурных, не смолкающих аплодисментов. И эти плюсики, эти восклицательные знаки сейчас ваш адрес, потому что вы действительно достойны невероятного. Вы достойны увидеть весь мир, и поверьте, мы с вами это сделаем. Ведь национальный директор – это только начало большого, звездного и мощного денежного пути. Со всеми вами мы встретимся, разумеется, уже совсем скоро, 1 марта в Дагестане. Но также еще одного национального директора хочу вам представить – Хуан Мерседес Крус Гарсия. Латинская Америка тоже отличилась и показала невероятный результат. Но с огромным просто удовольствием хочу представить вам нового международного директора в России, в Дагестане, Наби и Гульнара Асильдеровы. Как давно я не слышал ваших имен на вебинаре. Молодцы, браво, горжусь, восхищаюсь. Трижды в клубе «Стартим». Обладатели значка в виде золотого шмеля, и, как участники Diamond Flight. Обладатели золотого значка в виде планеты, как участники клуба A-Club. Обладатели медали третьей степени и жезла почета для руководителей региональных центров обслуживания. Это все Набиулла и Гульнара Асильдеровы. Браво! Ну а сейчас пора познакомиться с человеком, который сделал невероятный оборот практически на амбассадора. Да чего, что практически сделал, но уверен, что и амбассадор, и золотой, и платиновый амбассадор, все это будет совсем скоро. А пока приветствуем премьер-директора Магомеда и Мадинат Ибрагимовых. Четырежды участники клуба «Стартим», дважды Diamond Fly, А-клуб. Медали третьей и второй степени есть у наших премьер-директоров. Теперь уже премьер-директора Мадина, Магомед Ибрагимов. Поздравляю вас, вы достойны бурных аплодисментов и с нетерпением жду встречи лично 1 марта. Кстати, если вы не знали, именно Мадина организовывает со своей командой большой форум в Дагестане. Я лично там буду. Также хочу вам представить из Коста-Рики нашего премьер-директора Элиаса Рейс. Человек, обладатель золотого листка в прошлом году и участник клуба Diamond Fly. Браво! Браво! Кто же еще отличился в январе месяце? Лучшая ориентация на потребителя в январе. Мы учитываем количество клиентов на первом уровне. То есть Матвей и Ольга Цент. Олег и Зульфия Хеннеберг. Лариса Лэнс на третьем месте. Все из Германии, обратите внимание. Именно поэтому 14-15 февраля я лечу во Франкфурт, в Германию, где встречусь с национальными директорами и выше, кто
когда-либо закрывал в Германии эту квалификацию, приглашаю вас на личную встречу. Расскажу вам новости по развитию Европы и вместе с вами запланируем весь этот невероятный инновационный год, который мы назвали Neonovation. А пока хочу представить вам лидеров, которые вошли в рейтинг лучших из лучших по основательному подходу. Это количество автошипов на первом уровне. Евгения Новикова, Кристина Стороженко, наши золотые амбассадоры. Кадрия Хабибулина, Эдуард Эммополь, Тамара Егина, Игорь Гришко и Людмила Дерягина, Наталья Сирин, Матвей и Ольга Цент. Вот они. Топ-3 по основательному подходу. Лучшие онлайн-продавцы. Это сумма продаж клиентам через сайт. Не личные продажи, а просто отправляете ссылку, они покупают через сайт, а вы получаете вознаграждение, плюс попадаете в рейтинг. Снова Матвей и Ольга Цент. На втором месте Светлана Васильева, Олег и Зульфия Хейненберг, Мини-Гюль Щучкина и Анетта Лунд на пятом месте. Поздравляю! Еще один рейтинг. Это рекорды по вторичным закупкам января. Саида Абулаева, Тазагюль Самедова и Фариза Аскандарова, Раиса Жигжижапова. Четвертое место. Шамсудин Цивиханов и Аминат Гаджиева. Избаният Меджидова, Дью Хюльнгок, Халид Сафин, Сафин и Ферида Сафина, Бутидма Цариторова, Севлиет Гаджимагомедова и Константин Забулаев. Поздравляю вас! Вот он, топ-10 по вторичным закупкам. Партнеры, которые на свое личный ID покупают больше всех продуктов. Вот они его или продают, или пользуются сами, или угощают своих потенциальных клиентов и партнеров. Хочу представить вам топ-5 наших РЦО. Среди больше чем сотни региональных центров обслуживания по всему миру я хочу выделить несколько. На первом месте РЦО Ясы, Румыния. РЦО Германии, Энгер, на втором месте. РЦО Нью-Йорка, на третьем месте. Варна, Болгария, четвертое. Махачкала, Россия, на пятом месте. Браво! Топ лучших рекрутеров, то есть партнеры, которые больше всех рекрутируют и рассказывают о нашем бизнесе. Салмаз Ибрагимова, Даулет Гульбану и Аяла Сирикбол, Александр и Ирина Фройнд, Надежда Пантелос, Юсуп Есенгельдиев и Айнура Мамишева, Зайнаб Хабибулаева, Любовь Палиенко, Алена Завгороднева, Марат Шаравов, Фируза Асаева. Поздравляю! Вот те, кто отличился в январе по рекрутингу. Именно эти лидеры подали свою заявочку на получение золотого листка. Вы знаете, что по итогам 12 месяцев мы смотрим, кто больше рекрутирует, кто больше продает, кто больше зарабатывает, чтобы получить одну из 12 заветных статуэток. Это своего рода Оскар в мире бизнеса. Ну а теперь посмотрим, кто же в Европе, в России, в СНГ зарабатывает больше всех. Этот вебинар только для русскоязычного населения, для партнеров, кто понимает мою речь без перевода. Поэтому мы рейтинг показываем только среди тех, кто, собственно, в нашем таком полушарии для русскоязычного комьюнити, можно так сказать. Евгения Новикова, Кристина Стороженко, золотые амбассадоры на первом месте. Платиновый амбассадор Нина Шишкова, чек номер 2. Сергей и Наталья Бусуёк, Молдова, чек номер 3. Эдуард Эммополь, 4. Ирина Толстихина, амбассадор, 5 место. Магомед и Мадинат Ибрагимова, чек номер 6. Владимир Радченко, Саида Адамова, чек номер 7. Ирина Бороденко, Украина, 8 чек. Игорь Гришко, Людмила Дерягина, чек номер 9. И Олег и Елена Тимофеева, чек номер 10. Я вас поздравляю. Видите, как я легко читаю имена топ-лидеров, которые зарабатывают больше всех.
Да, извиняюсь, если я в предыдущих рейтингах где-то запинался, просто не хотел сделать ошибку в произношении имен. Но чем чаще я буду слышать и встречать ваши имена в рейтингах, тем быстрее я их, собственно, буду как орешки щелкать и называть. Вот, такой вот выдался невероятный январь месяц. А теперь давайте поговорим о том, что нас ждет с вами в феврале, в марте и все последующие месяца в этом году Neonovation. Итак, 2 и 3 марта форум в Дагестане, ответственная Мадина Ибрагимова, поэтому по всем вопросам обращаться к ней, но я знаю, что она из других структур никого, собственно, и не ждет. Только для Дагестана, говорит, будет форум, и так своим места мало. Зал на 1000 человек, говорит, уже забит. Вот, но тем не менее, если вдруг интересно, что там будет, как это будет происходить, пожалуйста, к Мадине обращайтесь. 27-28 апреля форум в Германии Виталий и Надежда Бертрам организовывают. И это будет еще одно мощное событие в Германии, на которое они, собственно, приглашают всех желающих из разных стран. Поэтому тоже по вопросам приобретения билетов, потому что подать заявку на участие, обращаться к ним. С 15 по 22 мая. Даты, которые должны быть указаны у каждого в ежедневнике, как даты, когда вы точно будете вместе с нами в Анталии. Да, APL Seasons пройдет с 15 по 22 мая. Условия, детали совсем скоро узнаете на нашем сайте. Будет отдельная страница, где можно будет приобрести, подать заявку на участие в APL Seasons. И в этом году, ну, о Seasons я буду говорить более подробно, но скажу так, что участвовать могут абсолютно все. Форум «Алые паруса» в Санкт-Петербурге уже второй раз будет проходить под таким названием. В прошлом году я не смог поучаствовать, но в этом году буду обязательно. 26-27 июня. До встречи. 5-6 июля форум «К вершинам успеха» в Казахстане. Снова Назым Бердеева организовывает этот форум. И я, конечно же, его буду посещать. И советую всем с Центральной, Средней Азии и даже близлежащего зарубежья и Европы сделать все, чтобы оказаться с вашими командами на этом форуме. Назым умеет делать потрясающие события, не жалеет ни сил, ни денег, ни энергии, но и делает это профессионально вместе со своей командой единомышленников. Браво! В июле также состоится конвенция по Северной и Южной Америке. Если я не ошибаюсь, это будет в Канкуне, в Мексике, поэтому если у вас там есть структуры, команды, еще один повод отдохнуть и пройти обучение. Правда, на русском языке там ничего не происходить не будет. По-русски там буду говорить только я один. Все остальные на английском и испанском языках. Также в июле состоится форум «Энергия счастья, любви» в Муроме. Минзифа Фадеева организовывает это событие. По вопросам обращаться, пожалуйста, к ней. И Тамуна Кавторадзе. Второй форум уже будет организовывать в Грузии. На этот раз это форум в Батуми, на котором я, разумеется, тоже буду. В Батуми я не был. С удовольствием посещу. Встречусь с партнерами, встречусь с лидерами. И знаю, что это будет потрясающий форум. Собственно, был на первом. Понравилось. Хочу снова. И всем советую. 30 ноября, 1 декабря. Сетевой форум профессионалов в день сетевика. Медифа организовывает в Москве. Отпраздную вместе день сетевика. Давно я не посещал московских форумов лично, но на день сетевика, разумеется, я там буду. И рекомендую уже заранее забивать места, потому что зал, Медифа сказал, будет небольшой, камерный, чтобы мощно отметить день сетевика. Ну и, конечно же, запишите дату 11 ноября, если вы не знаете, это день рождения компании. Нам с вами исполнится 13 лет, и я знаю, в какой стране пройдет событие. 11 ноября будет большое событие, будет невероятное, не могу сказать шоу, но это будет действительно феерия, потому что будет огромное количество признания, это будет очень много чудес, это будет много сюрпризов, которые просто взорвут ваш бизнес. Собственно, и страну мы выбрали не случайно, одну уникальную, в которую, собственно, все желающие смогут попасть. Даже если нужны будут визы, то они получаются очень легко. Вот, заинтриговал? Ну, а потом мы отправимся в круиз. В общем, обо всем буду рассказывать на своих следующих вебинарах. Следите за событиями. Но компания проводит не только офлайн-встречи и большие события на земле. Мы проводим еще и онлайн-обучение. Компания APL уделяет огромное внимание обучению онлайн. Каждый вторник
Присоединяйтесь уже завтра, 6 февраля. Наталья Синина, наш международный директор, поделится с вами интересной информацией, проведет вам УСП, успешный старт партнера. 13 февраля, ровно через неделю, Надежда Бертрам проведет презентацию возможностей компании. Наталья Гончарова, наш директор по продажам стран Средней Азии, познакомит вас, как работать и выявлять целевую аудиторию. Руководитель продуктового обучения APL Go Анастасия Фурка расскажет вам об уникальных преимуществах продукта Relax. Поэтому, видите, как легко. Просто даете ссылку всем своим знакомым. Они присоединяются, понимают, о чем идет речь, что делать, как работать. Все, ваш бизнес делается. Даже не выходя из собственного дома, квартиры, офиса, вы можете делать этот бизнес играючи. Кому-то дополнительный доход, а кому-то, собственно, хорошие деньги. Вот. Немножко о своем турне на февраль тоже хочу рассказать. 11-12 февраля я буду в Лиме, Перу, где огромное количество новых партнеров соберутся, много новых квалифицированных управляющих директоров, корпоративных директоров. Будет присутствовать, разумеется, и премьер-директор, будет присутствовать наш вице-президент по развитию стран Латинской Америки и США, Канады. В общем, будет мощных два дня событий. Подробности я вам расскажу в марте, как это прошло. Из Перу я лечу во Франкфурт, чтобы встретиться, как я уже сказал, с партнерами из Германии. Национальные, международные премьер-директора, все, кто когда-то отличился, я вас всех соберу, чтобы кое-что вам рассказать. Очень интересное, уникальное. И мы начнем мощный захват всей Европы. Да, есть четкий, пошаговый алгоритм, как этот год Neonovation использовать, чтобы об APL Go узнала вся Европа, и не только русскоязычная, но а в первую очередь коренное население всей Европы. Ну, и я уже рассказал о том, что будет с 15 по 21 мая в Анталии APL Seasons. Скоро сможете начать резервировать свои места. Но скажу вам так, что мы проведем 3 дня события, и у вас будет время отдохнуть, насладиться. И советую уже прямо с завтрашнего дня начать узнавать в турагентствах для своей команды отдельно отель, чтобы вы приехали отдельно командой в отдельный отель. Мы вам назовем место, где будет проходить мероприятие, а располагаться, жить вы можете в Анталии в любом отеле, в котором вы сами захотите. Поэтому мы вам даем полностью карт-бланш. Приезжайте с детьми, приезжайте с мужьями, чтобы они тоже увидели мощь, силу компании, чтобы вас тоже начали поддерживать еще и дома, если вдруг этого не происходит. APL Seasons для всех, не будет ни квалификации, ничего, но сюрпризы точно будут. Вот, все условия совсем скоро мы вам расскажем. Также, чтобы вам не спалось и февраль месяц, хотя он и самый короткий, я почему-то уверен, что он будет очень результативным. Вы увидели, что за январь, несмотря на то, что огромное количество было дней праздников, плюс мы с лидерами уезжали, но это не помешало Мадине, всей ее команде добиться таких вот просто невероятных высот по квалификациям. В феврале, уверен, каждый из вас сможет также отличиться, потому что сейчас мы удваиваем ваши возможности попасть в ноябре месяце с нами в круиз. Сразу после празднования дня рождения компании мы отправимся на огромном, роскошном лайнере. Чуть позже я буду, вот в марте я уже расскажу вам, что это за лайнер, что это за маршрут, потому что условия круиза, это март, последний месяц, когда можно выполнить условия на круиз, но сейчас у вас есть несколько дней, чтобы за каждое ваше действие вы получали двойные баллы и упростили себе задачу выполнения второго шага. Я знаю, что тысячи людей выполнили первый шаг. Но чтобы вам было проще выполнить второй, мы даем вам удвоение баллов. Плюс действует промоушен со скидкой начать бизнес. Расскажите сегодня же, не откладывайте на завтра, не тратьте время. Расскажите всем своим знакомым, что есть возможность стартовать в APL Go дешевле. И это все до 9 февраля. Намного дешевле, а получаете еще двойные баллы. Классно? Да, невероятно.
уверен, мы умеем впечатлять. Вот такая вот невероятная компания. Сегодня я за 54 минуты с демонстрацией двух роликов уложился. Время ценно, самое важное в наше время это время, прошу прощения за тавтологию, но хочется, чтобы вы не теряли возможность. И хватит просто мечтать, пора действовать, как я люблю говорить, и по-настоящему зарабатывать. Используйте эти 4 дня для того, чтобы изменить вашу жизнь и жизнь ваших знакомых, родных и близких. Используйте его, расскажите о возможностях, не молчите, заработайте больше и поедете в круиз. В невероятное сказочное путешествие. А на сегодня это все. Желаю вам счастья, любви и терпения. До новых встреч. Храни вас Бог. Пока-пока.